1% до 11% в год. И к моменту, когда его надо будет возвращать, это будет сумма, которая будет уже в два раза больше. Около 217 миллионов долларов. Партии регионов этот вопрос не волнует, поскольку они хорошо понимают, что на следующих выборах они столько не получат, сколько получили раньше. И мэр второй раз, второй срок уже не получит. И отдавать эти деньги надо будет уже следующему мэру. И следующий мэр точно так же, как Алексей Костусев, будет винить предыдущую власть. Но им это будет уже фиолетово. Это решение было вынесено на встречу, было вынесено 4 депутатами, представителями партии регионов. А если партия регионов что-то на встречу выносит, оно, как правило, обязательно проходит. Никакие возмущения оппозиции, выступления в зале, выступления прокурора никогда на это не влияли. Единственное, что на это влияло, это возмущение одесситов. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто сегодня пришел на эту акцию протеста, всем тем, кто делал перепосты в Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте, всем тем, кто распространял информацию, в первую очередь журналистам, которые первые раскопали информацию об этой афере, которые первые начали бить тревогу. И результатом этого стало то, что вчера партия регионов на своем сайте разместила объявление о том, что в связи с народными волнениями они не будут сегодня голосовать за свое же решение, и они попросят снять его с порядка.